Любовь Ивановне 75. У нее проблемы с сердцем и почками. Еще совсем недавно не могла согнуться, не работал поясничный отдел. И передвигалась она с трудом. Сегодня на этом зеленом солнечном поле она потихоньку-полегоньку, но довольно бодренько проходит 12 кругов. А это порядка 5 километров. Секрет такого успеха – финская ходьба, которая стремительно завоевывает популярность во всем мире. Мир наш стоит сегодня перед серьезной проблемой. Население стареет, здоровье его ослабевает. Современный человек не нуждается в большой физической нагрузке. Отсутствие физического действия отражается на ослаблении выносливости и состоянии мышц. К тому же по природе человек ленив и стремится, как правило, к легким и простым решениям. Однако человек создан для движения и для использования своих мышц, сердца и легких. Без нужной нагрузки мы нарушаем их работу. Наше тело – храм души, и мы обязаны его беречь. Можно ли одновременно повысить работоспособность, выносливость и мышечный тонус? Можно, если заниматься ходьбой с палками или финской ходьбой. Физкультурно-оздоровительная возрастная группа, руководит которой Альбина Кирейчикова, существует в Саянске 2 года. Несколько месяцев назад участницы группы начали осваивать финскую ходьбу. К делу подошли серьезно. Занимаются без отпусков и каникул. 2 раза в неделю, в любую погоду и на стадионе до самых холодов. Затем переходят в зал. Начали с 3 кругов, отрабатывая технику ходьбы, потому что это тоже не так легко, как кажется на первый взгляд. Потом 7 кругов, и уже выдыхались полностью. Теперь мы ходим 19 кругов, это 7 километров, 600 метров. И подключили уже тренировку вестибулярного аппарата, что для возрастной группы очень важно. У многих в этой группе серьезные проблемы со здоровьем. Беспокоит сердце, болят суставы. Сегодня также многие из них по рекомендации врачей сократили прием лекарственных препаратов. У нас направленность какая? Чтобы не долгая старость была, а активное долголетие, активное. И когда человек, вот, допустим, с нарушением сердечного ритма, с ярко выраженной стенокардией и начинает принимать половинную дозу лекарства, я считаю, что это большое достижение. Не только я, но и кардиологи это считают. Финская ходьба появилась, соответственно, в Финляндии в 1997 году. Методику разработал тренер Марко Кантанева. И сегодня этот оздоровительный фитнес популярен во многих странах мира. Ходьба с палками поддерживает в тонусе все группы основных мышц – плеч, спины, пресса, грудины, таза и бедер, мышцы ног. Ходьба с палками поддерживает в хорошей форме легкие, сердце и сосуды. Сочетание ходьбы и гимнастики хорошо влияет на эластичность суставов. Я в эту группу пришла, потому что я сильно, у меня суставы болели. У меня остеохондроз коленного сустава. Я, значит, у Альбины Константиновны спросила, она сказала, пожалуйста, приходи. И я сильно, у меня нога болела, я с тросточкой даже ходила. Но когда сюда пришла, и вот стала ходить, и чувствую себя нормально сейчас. Ноги у меня так сейчас не болят, тросточку я не беру, и таблетки сейчас не употребляю. И у меня сердце еще было больное. А сейчас уже себя хорошо чувствую, даже хожу с закрытым ртом. Раньше я этого не делала, дышать было мне тяжело, а сейчас хорошо чувствую. Ходьбой с палками можно заниматься всегда и везде. Ходить по асфальту, в парке, на берегу, в лесу. Траектория ходьбы самая естественная, так как в основе способность человека ходить. Ходьба с палками подходит всем – профессиональным спортсменам, любителям физкультуры и фитнеса, детям, пожилым людям. Хожу сюда с удовольствием. Зарядка дает бодрость духа. У меня раньше часто сердечко побаливало. В общем-то, когда я стала заниматься физкультурой, значит, сердечные боли прошли, и боли в суставах также у меня прошли. Я довольна. Я считаю, что нужно заниматься физкультурой, больше двигаться. Движение – это жизнь. Финская ходьба снимает напряжение с мышц шейно-плечевого отдела. Регулярная ходьба с палками и правильный рацион питания позволят держать вес под контролем. Если вы не любите бегать, то все, что есть в беге полезного, можно извлечь из ходьбы с палками. Приятные, интересные, эффективные занятия ходьбой с палками на свежем воздухе способствуют омоложению всего организма. И последнее. Если простая ходьба вам кажется скучной, ходьба с палками станет для вас приятным разнообразием и поможет поддерживать здоровье и тело. И духа.